пока такая дырочка. Поставлю попозже свой. Что-то мести начало. Сейчас поеду к Сереге. Посмотрим, за чего треется этот шестнарь после той мойки. Холодновато что-то. Вроде бы весна. Блин, ну заводится как часы, реально. Мне это нравится. Тоже что-то ошибка по лампочке. Всем привет, народ. Добро пожаловать на новую серию по спарже. Да, знаю, прошлая серия получилась немножко нудной. У нас не хватало вообще категорически времени смонтировать ее, потому что мы ее снимали в воскресенье, а на неделю у меня вообще ничего не получилось снять, потому что у нас были жесткие морозы, да и по машине вообще ничего не делалось. Вот я только ее в понедельник в обед, точнее вот вчера, сегодня вторник, вчера загнал ее к Семену. Сегодня вот сейчас на обеде к нему тоже опять ездил. Снял с этой 11-й под названием сейчас саморез задний моторчик дворника. Хотел купить новый, уж думал, а он стоит 2500. Я думал, да ну нафиг, лучше отсюда сниму, а свой сюда поставлю, чтобы потом продать и не париться. Потому что у меня цель как бы восстановить всю электронику, уж по-человечески, чтоб ездить как человек. Сейчас еду, получается, к Сереге. Будем смотреть, что с этим двигателем не так произошло после этой мойки. Первой от этой мойки машины. Причем она тареет жестко. Но сейчас она, пока она холостых, ну, точнее, холодная, пока она греется, она не тареет. Как она согреется, она начинает, у нее оборот начинает плавать. Потом она вообще начинает тареть иногда, стоит, если просто. Или даже, допустим, я еду, она что-то до 3500 или до 4000 выкручивает, и все, и дальше пуп-пуп-пуп, как будто такое, не знаю, как-то блокировка, что ли, срабатывает. Но мне кажется, что-то со свечками, либо на свечке что-то там отпало, либо что-то типа того, но я даже капот открыть не могу посмотреть. Сейчас заодно и посмотрим, откроем капот и зальем тосол, и что с двигателем, может, и на ошибки проверим. Сейчас, в общем, поехали до Сереги. Итак, народ, вот я освободился сейчас после работы, еду в Невьянск. Так что извините, если будет сильно немного трясти, я за рулем. Пару дней назад, когда я все-таки съездил до Сереги вечером, посмотрел он свечи, что-то не знаю, он достал эти бронепровода, воткнул обратно, сказал, что возможно дело в свечах. В итоге я поехал от него, и, видимо, он опять своего волшебного рукой просто дотронулся, и все само подчинилось. В общем, сейчас езжу, уже второй день, все замечательно, ничего не троит. Но сейчас вылезла новая проблема. Очень сильно окисливаются разъемы для аккумулятора, ну и у самого аккумулятора вот эти ушки. Но это фигня, это все почищу. Еду сейчас в Невьянск, что договорился подварить этому саморезу морду, починим, поправим все. Прикупил тут еще пару таких фишек для спаржи, покажу чуть позже. Вроде две машины, обе сейчас в ремонте будут. Спаржу сегодня никто не делал. Вчера приезжал к Семену вечером, он уже был закрыт. Приезжал я после работы. Офигенно просто все делается. Вроде как бы хотели за 4 дня все сделать, ну как он мне сказал. В итоге я, когда приезжал, отдавал дворник, механизм. Отдал я его Семену взамен. Поменяют мне они сразу, потому что там попутно еще кнопку багажника делать надо. Плюс на заднюю туманки. Приехал, никого не было. Сегодня уже 8 марта, сегодня никто не работает, понятно. Но я с ним созвонился, хотел сегодня еще проехать. Он не работает, засранец. Уже остается, вот завтра пятница, еще скоро видос выкладывать. Но, скорее всего, опять чуть-чуть видос задержится, потому что в воскресенье на гоночке, наверное, поедем, если поедем. Еще не знаю, когда мне спаржу сделают, когда мне еще эту машину сделают. Но вроде как рассчитываю, что эту машину два дня-то мне хоть подвосстановят, чтобы в субботу вечером приехал и забрал ее. Сказал тут рекламку у одного человека. Давно его смотрю, Ник 86. Хоть немножко пиарчика. Конечно, сразу хочу извиниться за, так сказать, в некоторых видео. Да, ну, в принципе, даже во всех. Порой я заговариваю, что-то несу непонятную, невнятную чушь. Порой слова коверкую. Бывает такое. Это, скорее всего, просто на видео, а так в реальной жизни я спокойно все выговариваю. Это вот у меня видео почему-то именно все слова сложные, такие с буквой. Ну, видимо, то, что большой поток информации на видео мне надо высказать. В голове кишмя кишит всего, там надо это еще как-то сформулировать, высказать. Потому что стараюсь записывать все в один дубль. Ну ладно, не буду долго болтать. Сейчас приеду, отдам ее. Потом вечером засниму плюхи, которые я купил. Завтра как-то доеду до Семена. Отдам ему это все дело. Хоть посмотрю, что он там сделал. Главное, чтобы у меня сейчас на ходу не открылся капот. Здесь почему-то сейчас не работает спидометр. Видимо, вон то, что опять грязночок аккумулятора. Говорит о том, что опять клеммы не контачат с аккумулятором. И типа зарядки нету. Еду типа от генератора. Да, получше стало. Ну вот я убрал и просто это. Ну и тут сколько смог вот. Ну видишь, его прижимает. Тут я заварил.
Это я передвинул, это я вытянул. Подварил, это проварил, это тоже, тут тоже. Тут сколько смог подлезть. А капот этот, его расшивали, видишь? Но. Так что он вот здесь вот, в этом месте снизу вареный, uh-huh. Вот здесь вареный и здесь вареный. Так что он там варено снизу. Да, я понял. Лонжерон. Тут ты более-менее эти зазоры вот смог вывести, uh-huh. Все. Хотя бы сейчас на машину похоже. Ну, подделается, закрасится. Ты говорил, тут я проварил. И вот две прихватки сделал. Uh-huh. Все. А тут уже ничего не надо. Охренеть тут. Тонна. Уже что ли кто-то делал? Ну и как раз тут все приварено по-человечески хотя бы. То гниль одна была. Да. Вот я специально шайбу поставил и сперва замок отрегулировал, чтобы он нормально застегнулся, uh-huh. А потом их приварил. Ну то, что я уж тут шлифовать-то все, да, конечно. Решеткой. Сегодня мы очередной раз находимся в моем гараже. Будем красить эту 11-ю. Как видите, я уже забрал ее вчера с Невьянска, подварили ей морду. Все немножко похуже, как я думал. Но, опять же, все уже сделано. Все зазоры выставлены. Все заварено, проварено. Осталось только подготавливать. Yeah, we cruising down your fucking block in a Chevy thing, Glock, cock, poppin' doom shop. Yeah, we huntin', man. For them busters talking sideways up on the clip. Got some killers with me and they down to do a hit. Masked up all black is how we coming through. Yeah, you talk a big game, but you scared of the crew. Motherfucker short to look me dead in the eye. Cause the last thing you see will be the red in my eyes. My heart's red. В общем, что нам сегодня предстоит? Как бы у меня в планах сейчас снять решетку, снять бампер. И что-то прикольное с ним сделать. Также все спрятать места сварки, которых много. Попробую снять эти поворотники, потому что от них уже толку нету. Только вид себе испортят. Без них, мне кажется, будет получше. И вот эту вот похабщину Россия сама скоро отлетит. Также покрасим черным матовым баллончиком все пороги по кругу. Как бы они в хорошем состоянии. Вот это вот именно полоса антигравия. Но мы сделаем еще лучше, чтобы прям... Когда я буду ее продавать, пришли и сказали: вау, хорошая конфетка, я беру. Надеюсь, вам понравится, стараюсь же для вас делать контент. Пойдем красить. В общем, сейчас раскрутил один подкрылок. Вот столько саморезов у нас. Само крыло уже снимать не будем, потому что в этом нет смысла. Нам просто надо сделать косметику. А там вовнутрь лазить, там и так уже все без нас сделано. Чтобы нам добраться до поворотника нормально и до нормальной регулировки фар. Вот нам надо снять бампер хоть как, это однозначно. И там уже его поставим на место. Может вообще ставить не будем, потому что от него реально толку нет. Он уже весь крашеный 300 миллионов раз до нас. Потому что вот даже вот реально он восстановлению не принадлежит вообще никаким образом. Хоть здесь упаяться надо. Чуть ли не по полсантиметра шпаклевки на нем наложено. На таких местах шпакли тоже, в принципе, есть, но не так много. Тут сейчас, в принципе, нам вот только вот все эти места, которые нам усилили, все обработать, зачистить красиво. Далее тут небольшие швы сварные, чтобы усилить, опять же, конструкцию. Здесь все в порядке. Тут просто... уже от старости краска облупилась, там уже ничего не делано. Так, в дальнейшем, кстати, стойки передние полностью мертвые, надо будет поменять только их. Сколько я не облазил Авито, вообще все чирики расходятся как пирожки на вокзале. То есть найти даже тот же самый бампер у нас в городе уже проблематично. Стойки еще можно найти, но там их продают в паре, в сборе. Какие-то, ну, такие деньги, проще новые купить. А нужны просто именно стойки, потому что они мертвые. Пружины и все остальное, это можно старое оставить. Как бы все работоспособно. Все, сейчас пробую снять бампер. Красим решетку. Вот моя старая решетка. Вот такого цвета у меня была моя машина. Ну, под капотки можно понять. Снимем значок, аккуратно закрасим. Потому что у этой решетки сломаны вот эти фишки. Поэтому она так болтается. Все, приступаю. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight,
tonight. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight. Tonight. Краски, мы пришли немного к нерациональным действиям. И починка машины, точнее восстановление внешности, немножко зашла дальше, чем мы хотели. Ну вот, ну, смотрите сами. Сделали мы 11-ю. Как вы можете видеть, немного скреативили. Сделали, реально, сделали, что хотели. Починили крыло, починили все вот эти вот стойки там. Ну, в общем, все вывели как надо. В дальнейшем нам остается только поменять бампер и найти поворотники. Все. И там уже будем, наверное, задумываться о продаже этой машины. То есть, то, что мы сейчас сделали, это несерьезно, как бы, то есть бампер все равно уже на помойку, либо сжигать, можно его обоссать, я не знаю, можно здесь с ним все что угодно. А поворотники вот только найти осталось, а то, что на фарах эта краска, она там буквально стерется очень легко. Так что не пугайтесь, то, что мы колхозники, нет. Мы просто решили поиздеваться, потому что, ну, не, это не страшно будет, да, и в принципе все, наверное. Так что подписывайтесь обязательно на канал. Там, вступайте в нашу группу ВКонтакте, а то, блин, ну задолбали. Чё так мало-то вас, а? Чё-то пилим видосы. Ладно, в общем, ребята. Кстати, сразу извиняюсь, то, что видосы опять так чуть-чуть задерживаются. Будем стараться успевать вовремя воскресенья. Просто, ну, по работе и зима не дает нам. Ладно, не будем долго болтать. Всем пока, подписывайтесь.